Здравствуйте, подписчики канала. Сегодня тема моего ролика будет, как приготовить порошок для лечебных целей из трутовика ложного. В данном случае трутовики имеют такую жесткую довольно консистенцию, и обработка у него отличается от других трутовиков. Но сейчас мы будем на примере трутовика ложного обожженного. Я покажу вам этапы, как сделать из него лекарственный порошок. Но эта же методика будет годиться и для трутовика дубового ложного, и для трутовика осинового. Вот. Ну и среди этой когорты ложный обожженный наиболее изученный, потом ложный дубовый. Вот, так как свойства у него очень хорошие, особенно противораковые, фактически самое большое количество линий раковых клеток он лечит, то надо нам обязательно эту передачу сделать. Я, в принципе, планировал сделать раньше, но сейчас меня поторопили подписчики канала, поэтому сейчас мы ее сделаем. Значит, что нужно для начала? Вот у нас сорванное плодовое тело трутовика ложного обожженного. Нужно очистить вот эту верхнюю часть. Потому что здесь и бывает и что-нибудь, какие-нибудь зеленые водоросли растут. Вообще его почистить от этой черноты, чем я сейчас и займусь. Ну, самое эффективное, что я так думаю, просто беру металлическую губку для посуды и просто сейчас попробую верхнюю часть обработать и сэкономлю ваше время. Ну вот я один кусок обработал, вот по сравнению вот этот черный, этот тут покоричневел, побелел, вот такого формата гриб. Сейчас его можно будет уже дальше обрабатывать. Ну и перед обработкой, если вот здесь вместо крепления к субстрату не очищено, в данном случае я тут уже отрезал, но есть вот еще чуть-чуть. Это вот дерево. То есть его тоже снимаете вначале, а потом уже приступаете. Сейчас этот гриб нужно будет разделять на мелкие части. Для этого нужна мужская сила. Тут не знаю, как женщины, если будут этим заниматься, надо мужчин просить. В общем, тут они приносят инструменты, какие есть в доме. Вот в данном случае я выложил плоскогубцы вот двух видов. Значит, то, что я могу подцеплять и на кусочки обрабатывать. Еще кусачки можно принести, я просто не стал их искать. Сейчас мне этого пока достаточно. Сейчас я понемножку на небольшие кусочки разобью и покажу вам. Вот мы потратили время, где-то минут 20 у меня ушло, и вот на такие кусочки я рекомендую делить. Значит, эти кусочки можно использовать, бросать их понемногу в мясорубку. Кажется, что она тяжелая структура, твердая, но не такая уж она твердая. Мясорубка ее осилит, электрическая, я имею в виду. И будет ровный порошок. Вот. Если мясорубку жалко, и вдруг боитесь, что она испортится, лучше тогда кофемолку. Я в последнее время пользуюсь кофемолкой. Значит, вот сейчас я загрузил. Не под самый тут верх, но немножко тут место
так сказать, для простора оставим для маневра. Вот. И после этого у меня кофемолка такая, что тот датчик стоит, который, ну, не нагревается, но, то есть она не должна гореть. Сейчас мы его включим. Ну вот, засыпанная партия сейчас перемололась порошка. Сейчас я ее высыплю. Вот, теперь вы так руками попробовали. Если вы нашли комочек, вот комочек я нашел, вы его обратно ложите в кофемолку. Ну так, в принципе, структура в целом нормально промололась. Вот еще и комочек нашел. То есть комочки вы опять собираете и догружаете туда. Тогда у вас будет равномерный порошок. Вот. Продолжаем молоть. Мы намололи уже прилично порошка, и этот порошок отправляйте на сушку, просто его равномерно разложите, и после того, как он у вас вам уже просушится, тогда его поместите в какую-то тару на хранение.